Ну что ж, друзья, всем привет, с вами Кентавр, это игра Subnautica, ну и мы продолжаем, конечно, все с вашей помощью, с вашими лайками, с вашими комментами, конечно же, все продолжается. Друзья, на этой серии мы посетим вот эту вот капсулу, капсулу номер 2, если успеем, и если успеем, конечно же, капсулу номер 12, и еще я кое-что хочу сделать в базе. Ну, насчет базы я займусь прямо сейчас, потому что, ну, мало ли, может быть, потом руки не дойдут до этого, но этого не бывает. То есть я должен обязательно успеть сделать себе аппарат для этого, как его там, для переработки воды. Так, где он находится? Еще секундочку. Вот он. Водочистная станция. Ребят, это офигенная штука. Я уже устал делать воду, так что нам понадобится титана 3 штуки, медный провод уже есть, аэрогель. Давайте я вам покажу, как делается... Кстати, здесь тоже хотел что-то сделать, но допустим. Как делается аэрогель, друзья? Мы же на прошлой серии, если вы помните, мы достали вот эти вот гелеобразные мешочки, да? Нам нужен вот такой вот гелеобразный мешочек. Допустим, берем 2 штуки. Нам нужен рубин, 2 штуки, пусть будет, допустим. И смотрим, как делается вот аэрогель. Без того, чтобы находить, я вам сейчас скажу, без того, чтобы находить. То есть, если вы не найдете гелеобразный мешочек, если его, вы его в карман, так скажем, не возьмете или не просканируете, то вы этот аэрогребанный гель не сможете создать. Друзья, он находится вот здесь. Дополнительные материалы. И здесь находится аэрогель. Так что крафтим одну штуку. Пока что мне вроде бы одна штука хватит. И с помощью этого вот аэрогеля я создам себе комнатку, где у нас добывается вода. И в принципе здесь у нас будет такая, так скажем, барная. Да, здесь у нас будет реально бар. Так, где у нас это ставится и где крафтится, сейчас посмотрим. Здесь у нас крафтится, и куда мы это поставим, я пока не знаю. То есть, реально без понятий, куда его ставить-то? Что мы видим здесь? Здесь мы видим это. Куда бы закрыть, так сказать... А давайте прям вот так. Можно вот так, да? Давайте прям вот сюда вот и засунем его, да? Водочистная станция. Круто! Но! Слышите? Есть такой момент, что эта вот станция жрет энергию только так. У нас энергия уходит на глазах. Смотрите, 630, 629. Смотрите, блин, как это все проблематично будет. Здесь у нас будет создаваться соль и вода, друзья. Это я помню еще по предыдущему этому... прохождению. И чтобы у нас проблем с этим не было, то есть с энергией проблем не было, ребята, мы сейчас замутим кое-что. Давайте посмотрим, здесь у нас биореактор. Все нормально у него? Все нормально, ну пока что нормально. Давайте мы еще одну штуку засунем. Возле биореактора всегда рекомендуется ставить вот такие вот, сажать все растения. Ну не все, а там кое-какие растения, чтобы его всегда питать. Но... из того, что я сделал, так, что-то здесь у нас, песчаная акулка. Из того, что мы на прошлой серии добыли, то есть мы добыли, как вы поняли, вот эту вот хрень, да? Гелеобразный мешочек. Давайте возьму еще одну штуку. И если вы будете сажать гелеобразный мешочек, допустим, вот примерно вот в таких вот местах. Давайте я вам покажу, да? Сажаем раз, сажаем два. Это дело будет вырастать. Кстати, он будет вырастать или не будет вырастать? Вот я не знаю, вот я сейчас могу взять его. А умножаться он будет? Вот это уже вопрос. Вот я не знаю, посмотрим. Или, у меня есть другая идейка. Хоп, да, все правильно. Вот у нас семена, да, споры. Отлично. Все, значит, вот таким вот образом делаете и вы, ребятки. Из одной штуки у нас будет, получается, 3 семечка, да? Да, круто. Так что здесь сделаем то же самое. Ломаем все это дело. Отлично. И сажаем дальше. Вот эти вот 3. У нас будет 6. Было 2 штуки, стало, считайте, 6. То есть, если вы это будете выращивать и возьмете, допустим, один целый гелеобразный мешочек, засунете в биореактор, то он будет держать очень-очень долго. Самый лучший предмет для биореактора — это гелеобразный мешок. Чтобы вы знали и не забывайте.
Такс, что мне еще надо было? Что у меня есть? Я бы возьму, наверное, титанчика немножко, да? Здесь у нас уже титанчик закончился. Здесь забираем титанчик, потому что его здесь дохерища. Титанчик взял. И я хочу создать немножко уюта. Во-первых, в этой комнате не хватает немножко растений. Для этого, то есть немножко уюта, скажем так, да? Но уют у нас делает что или кто или что? Так, композитный горшок. Нет, не композитный горшок делает уют, но вот растения, которые здесь у нас будут размещены. Давайте сделаем, вот будем экономить место, вот так вот. Да, вот примерно так. Здесь нормально, там нормально. Я бы хотел еще здесь замутить аквариум. Где он у нас находится? Аквариум. Я его пропустил? А, есть. Аквариум, да, стекло и титан. Текс, аквариум влезет. Блин, ну не говори, что мешает мешочек этот. Не мешочек, а... Да елки же зеленые. Хорошо, аквариум, значит, будет у нас в других местах. Тогда здесь мы разместим... вот, кстати, а что вам больше нравится? Луковое дерево? Дерево, да? Луковое, да? Которое нас, по идее, и питает. Или вам нравится больше растений мин? Давайте на сегодняшний день мы поставим туда... растение мин. Но я много здесь взял. Давайте мы это обратно инвентарь был полон. Я его просто сломал. Хорошо. Мне нужна еще одна штука. Вот так вот. Сейчас мы посадим туда вот растение мин. Так как выглядит прикольно. Цвет прикольный, интересный, в общем, да. И было бы неплохо, если здесь был у нас вот такой вот цветочек. Будет расти. И к концу серии мы даже увидим, как оно выросло. Так, здесь у нас понятно. Там у нас понятно. А, ну, в таком случае, тогда замутим еще одну грядку. Могу, в принципе, не, это большая. Это слишком большая грядка. Могу тогда здесь оставить и посадить луковое. Кстати, луковое у меня нет? Нет, у меня растение мин. Извиняюсь. Прошу извинения. Или прошу прощения, не так говорится, вроде так. И сюда мы сажаем вот такую вот фигню. Ну, нормально. Довольно нормально. Кстати, давайте я сделаю фоточку. И вот здесь у нас рамка, да, установить изображение можно. Сейчас мы туда установим изображение. Так, выходим. Кого сфоткать? Вот мне интересно, базу свою сфоткать? Просто, ну, ради интереса. Ну, вот чисто ради интереса. Давай сфоткаем... базу нашу убираем. Ну нет, даже убирать ничего не будем. Нажимаем на F12. У нас сфоткается вот эта вот ерунда, да? Ну, типа, картиночка. Скажем так, картиночка сфоткается. И заходим. Что у нас здесь будет? Здесь можно установить изображение. А, и с руками, блин, было. Ну, пока пусть будет вот так. Пока что... А как это? Секундочку, как это делается? Загрузить, хорошо, share, remove. О, здесь много чего можно сделать. Прикольно, это у нас галерея, да? Загрузить, есть? Есть. Ну, ребят, пока вот так. Будет у нас новая фоточка, типа там с каким-то животным, типа там страшилище и так далее, то засунем сюда другую фоточку. Но прикольно, здесь можно даже делать так, чтобы, если я не ошибаюсь, можно все вот эти вот загрузить. Давайте загрузим вот так вот. И по идее... меняться не будет? Не, я думал, будет меняться. Кстати, а прикольно, кстати, смотрится. Мы в этой картинке видим свою же спальню. Нормально. Но нет, не в этот раз. Загружаем. Пусть остается так, как есть. Красиво. Довольно красиво. Да, прикольно. Кстати, смотрите, как у нас вырастает быстренько растение мин. Очень крутая тема. Так, идем дальше. Что у нас по бару? Здесь у нас будет столовая. Столовая или же бар. Текст для этого, что я хотел сюда установить, сейчас я вспомню. Во-первых, стекло. Хочу окошки поставить, то есть окна, но перед тем, как окна ставить, я хочу укрепить немножко целостность базы. Мне нужен литий, раз. Так, сколько там у нас чего? Сейчас посмотрим, сколько нужно этого. Литий и титан, 3 штуки. Ну, окей, титанчик у нас... вообще, как бы, есть с этим проблем. No problem. Вообще no problem. Окон здесь нет. Да, нет, потому что здесь просто биореактор. И таким образом я могу вот эту вот стеночку использовать как укрепление. Смотрите.
Вот. Целостность базы у нас, ну, типа, общая прочность 15. Это неплохо, это совсем неплохо. Так, уходим сюда. Друзья, кстати, напоминаю, если вам нравится Subnautica, если вам игрулька нравится, ставим обязательно пальчики вверх. Круто, круто. Я вышел в воду, а мне сказали welcome aboard. Ну что, прикольно, нормально. Игра вообще как бы офигенная, не лагает. Нет, вот все как и надо, короче. А сейчас welcome aboard не надо? О, вот у нас таким образом создался кусочек соли. Так, создалась соль. Окно будет там. Дальше. Окно будет здесь. Это что было? У меня на базе есть привидение? Призраки, что ли? Работает? А, работает. Что за прикол? Ха. Прикольно-то как, а? В смысле прикольно? То есть это херово? Что это за прикол такой? Оп. Хоп. Не, ну баги. Баги, ребятки. Баги. Текс, текс, текс. У нас стекло там, стекло здесь. Здесь красиво, там красиво. Ну, значит, в таком случае мы здесь поставим стульчики. Столик был. А, мне на Аврору надо, чтобы такой столик просканировать. Я понял. Ну, давайте командское кресло. Командирское, то есть кресло мы одну штуку вот так вот поставим. Потому что здесь у меня будет потом стол. Круглый. Реально круглый, прикольный, очень интересный стол. Столик. Ну, я не знаю, второй столик, как бы, стулик нам не нужен, но так как, ну, мало ли, тут у нас появится этот круглый стол, здесь мы будем пить воду. Пить воду и кушать. Дальше. У нас это не все, ребята, это не все. Кофейный торговый аппарат. У нас есть и есть торговый аппарат. Смотрите, торговый аппарат на стекло не ставится. Окей, здесь он не ставится. Ага, он на земле ставится, то есть на полу, да? На полу ставится кофейный аппарат. Блин, куда же тебя? Ну давай, ты у нас пойдешь вот. Кстати, а кофейный аппарат на стену, да, на стенку? Кофейный аппарат было бы неплохо использовать. Использовать вот одну вот из таких вот стенок. Смотрите, хоп, кофейный аппарат. Ой, какой голосочек у нас тут был. И, конечно же, торговый аппарат у нас будет вот прям вот такая вот здоровенная такая хрень посередине. Пусть будет посередине. И по бокам будут цветы. Во! Во как! Чипсы. Давайте посмотрим, как это работает. Мне, пожалуйста, сегодня чипсов. Там ничего не падает? Нет, там что? Я же забыл. Оно просто спаунится в инвентарь. Смотрите, хоп-хоп-хоп, сколько раз нажимаешь, нажимай и спаунится в инвентарь. Открываем инвентарик. И здесь у нас чипсы, которые дают 3 еды, 3 единицы еды и воды минус 2. То есть не совсем выгодно. Смотрите, хоп-хоп-хоп-хоп. И у нас с водой проблема. У нас с водой большая проблема. С едой более-менее, а с водой проблема. Дальше. Кофейку можно мне? Можно, конечно же. Конечно же, можно. Ай, но чашечка так и не появляется. Никакой чашечки, никакой кружечки, ничего такого нет. Просто льется, смотрите, льется кофе. Да, кофе бокс. Вот здесь у нас, по идее, кружки, чашки как их. Но, увы, увы, у нас просто вот так вот все появляется. Вода, 4 воды. Ну, можно, можно, в принципе. Довольно долго, но если, как говорится... А если я нажму и уйду отсюда? Смотрите, я ушел оттуда, я вообще в другой комнате. Появится в инвентаре у меня кофе. Оно там еще льется. Смотрим. Кофе. Coffee. Where are you? No coffee. Блин, нажал. Что, прям реально кофе там останется или что? Хорошо, кофе мы сейчас брать не буду. Даже подходить туда не буду, потому что... Такое ощущение, что я туда зайду и сразу кофе зарезает. Ну, появится прям в инвентарь. Так, что я хотел здесь еще замутить? Сейчас подумаем. А что я хотел сделать, кстати? А, цветы, цветы, цветы. А, и урну, урну, урну и цветы. Цветы, цветы, цветочки. Это у нас вот здесь. Где? Так, что за прикол? Что-то я забыл. А, вот, 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 композитный горшок. Для этого титанчик. У нас титанчиком вроде бы как пока что нормально.
А, воды хотел попить, блин, вот я туплю. Водичка, водичка у нас находится вот здесь вот, да? Да я знаю. Нет, это дает вроде бы еды, а воды нам дает больше луковое дерево. Но, да, вода 10, отлично. Образец берем, короче, придется мне вот так вот полностью истребить. Так, инвентарь полный, это плохо. Образец лукового дерева. Пьем и кушаем. Но, давай. Так, одну штуку сажаем сюда. Вот так вот. А остальное, конечно же, съедим. Все. Отлично. Так, растение мин. И у меня еще одна штука растения мин. Сейчас мы с этим что-то придумаем. Друзья, придумаем сейчас. Так, растение мин здесь уже полностью. Ага, растет еще. Растет. Так, у меня в инвентаре кофе не появилось? Нет. Короче, если мы нажимаем на кофеаппарат, взять ничего не можем. И кофе не появляется. Значит, надо ждать возле него, пока это дело все появится. Так, что у нас здесь? Растение. Даже могу большую грядку сюда запихнуть. Могу? Ну, я не хочу просто. Могу, но не хочу. Это будет некрасиво. Not красиво. Текс. Одна штука сюда. Дальше. Вторая штука. Так. Здесь. Че, прям так близко было, да? Прям вот так близко было. Ну, хорошо. Вторая штука вот сюда, короче. И сюда будет у нас... Ну, давайте все-таки здесь... О! Первая бутылочка воды. Первая бутылка воды. Офигенно. Но эта вода офигенная. Знаете почему? Давайте мы откроем. Смотрите, две штуки соли. Соль я убирать отсюда не буду, потому что иначе, я, если буду убирать соль, всегда будет аппарат работать еще для создания соли. Но если соль здесь остается, он будет работать только для создания бутылки. Бутылки воды. Вот так. Смотрите, мне как раз пить надо. Но это будет даже много. То есть, если я сейчас возьму эту бутылку, у меня будет даже больше 100 этого процентов. Но, к сожалению, 100 больше не будет, потому что такой у нас этот... Ну, инвентарь воды, так скажем. Так, мне нужно растение, которое дает еды. Там вода у нас есть, а еды у нас больше дает мраморная дынька. Так, как сделать? А, как сделать? Нет, картошка. Картошка у нас будет. Китайский картофель. Сколько ты даешь? 15 еды. Да, 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 да. Вот так. А, берем раз, берем два, берем три. Здесь пропадает. Мы это, китайский картофель, сажаем обратно. Еще раз. Нельзя еще раз сажать обратно, нет? Мраморную дыньку вытаскиваем. Мраморную дыньку вытаскиваем. И как раз еще один китайский картофель сюда. Да нет, как это не помещается? В смысле? Тут у меня 4 этого слота свободных. Я не могу его ставить. Блин, вот это бред. Ай, я съел тебя. Хорошо, хрен с тобой. Текс, идем, короче, туда. Идем, сажаем китайский картофель. Ой-ой-ой-ой-ой. Не надо. Не надо, течь тихонечко. Здорово, парень. Конечно, смешно все. Да не багуйся ты, нормально все. Не багуйся. Текс, китайский картофель будет возле... Ой, что-то мне залагало сейчас. Будет возле еды. То есть, захочем чипсов? Возьмем чипсы. Захочем китайский картофель, а чтобы была и польза, то возьмем китайский картофель. Ну, пусть здесь растет, допустим, да, но мне надо еще, мне нужно еще где-то что-то здесь посадить. Давайте все-таки большую грядку я сделаю. Пусть будет. Почему бы и нет? И здесь у нас будет много китайского картофеля. Так как он вроде полезен, вроде бы, да, растет хорошо и полезен. Значит, китайский картофель... Нет, семена растения мин это для красоты. Растения мин реально только для красоты. Так что я даже не знаю, куда тебя засунуть. Так, типа, что было. Да вот там вот. Да вот прям вот сзади. Пусть растет. Растение мин. Запросто. Пусть растет. Здесь у нас китайский картофель одна штука. Как вырастет, мы посадим следующие пару штук. Так, с водичкой как у нас тут? Проценты показываются? Нет, проценты вот глупо, как бы не знаю, глупо, не глупо, но, блин, можно было бы все-таки в Сабнатика такие возможности
А здесь у нас процентов нет. Когда типа будет готова вода? Следующая партия воды. Так, кофе. Дайте мне кофе. Я свое кофе, как бы, предыдущее кофе не выпил. Так что мне сейчас надо кофе. Ребятки, сейчас у нас ночь. Вроде, да? Ночь. А если подальше? Льется? Льется. Ха. Coffee completed. Модель 440. Модель, блин. Пей, елки зеленые. Так, что у меня в инвентаре? У меня в инвентаре полная хрень. На это надо все выкинуть. Кстати, я бы сюда бы ящик бы поставил маленький. Ух ты, круто. Воды. Воду я буду здесь собирать. Кварц нужен. Большой ящик поставлю. Текс. Нужен кварц. Большой ящик и буду туда складывать воду. Да. Это вообще офигенная идея. Кварц. Это, блин, да нафига мне соль сейчас? Что, у меня кварца сейчас не будет? Это быть такого не может. Как же так? Соль нет. О, батареечки нулевые. А что вы тут делаете? Батареечки. Там еще батарейка была? 100%. А, это энергоячейка. Энергоячейку трогать не будем пока. Так, нулевая батарейка, нулевая. Берем туда, ставим сюда. Так, ты у нас пойдешь в инвентарь. Что у нас? Глайдер у нас нуждается в батарейке. 100% ставим. И сюда положим батареечку, которая послабее. 13% имеет, да? Так, этот 70. Здесь у нас ремонтный аппарат вроде бы как работает. Окей, кварца у меня походу нет. Алмазики нет. Алмазики нет. О, тихо, там был кварц. Есть, отлично. Отлично. Сейчас у нас шкафчик как ляжет туда. Ребят, это очень важно. Бутылки здесь иногда появляются быстрее, чем мы хотим пить. И чтобы их складывать, нужен шкаф. Вот так вот. Пока что шкаф будет один посередине. Если потом понадобится еще, я еще один замучу. Обязательно. Все, шкаф есть. Бар у нас готов. Блин, да вообще шикарно, ребят. Офигенно. Даже вот эту вот грядку можно было посередине. Или столик посередине. Или нет, столик у нас будет вот примерно вот здесь. Красный. Красный, круглый. Текс, у нас утро. Друзья, пока у нас утро, я все-таки советую нам пойти поплыть. Да сплыть. Дайте я возьму бутылочку воды. А все остальное, так, стекло выкинем обратно, блин, вообще без паузы. Я сейчас как бы это, вообще работаю без паузы. Без никаких вырезаний из видео. Лити, ты пойдешь сюда. Медь, ты пойдешь сюда. Сетчатое волокно пока что пусть будет здесь. У меня нет времени сейчас со всем этим вот сейчас играть, искать. О, для аквариума мне вот рыбки есть как бы, но аквариума у меня нет. Противорадиационный шлем. Водичка. А, кстати, рыбку я же могу, блин, у меня же есть такое ощущение, что он в коридоре нашем плыл. А чё такие здоровые? Все, уходим. Уходим. Пока у нас здесь все это дело растет, я хочу это поправить, то есть умножить. Раз, два, три. Раз, двасть, трысть. И тебя тоже. Расть, двасть, трысть. И сажаем всю эту вот хрень. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, короче, дофига, короче, мы их сюда засунули. Это вот то же самое делаем. Полностью всю грядку. Всю грядку, короче, я положу. Положу. Только вот такие вот штуки. Пусть пока что растут. Ну, а мы тем временем идем сюда. Идем, берем мотылек. Друзья мои, пишите мне, пожалуйста, пишите в комменты, как найти улучшение, то есть эту станцию, которая дает улучшение мотыльку. То есть она строится где-то вот здесь, вот в этой вот комнате, или там и так далее. Но я не могу ее еще скрафтить, я не знаю, где она, то есть она у меня еще не найдена. Чертеж, мне нужен чертеж, где его найти? Пишите, обязательно пишите в комменты, это очень важно. Так, с капсула 12, друзья. Мы идем к капсуле 12, дофига там плыть до туда. И потом возьмем капсулу 2. Можно было вторую взять сначала, но так как у меня появилась первая капсула 12 в этом визоре моем, то таким образом и поэтому
кстати, вот сейчас я вижу свои внутренности базы, да, то только поэтому мы идем, во-первых, к капсуле 12. Будем там, включим запись. Нифига себе, здесь обнаружена радиация? В смысле? Я что-то такого не помню. Окей. Одели. Но нормально, нормально, здесь обнаружена радиация. Это плохо, как бы, но пока что терпимо. Так, еще 600 метров, но, кстати, капсула затонула на 250 метров. То есть мой мотылек погружается только на 200 метров. И мне придется 50 метров плыть самому. Ну, с помощью глайдера, конечно. Это у нас грибной биом. Тоже есть... В какой биом мы заплыли-то? Кстати. Если я здесь найду яйца вот этих вот электрошокеров, это было бы прикольно. И когда у меня будет уже аквариум... Ой, как у нас появляются вещи. Сразу же, блин. Так, мы это посмотрим. Мы это посмотрим, но не сейчас. Мы сейчас идем к капсуле номер 12. Блин, но по пути-то. Хороший такой кусочек. О, там даже можно зайти даже. Не-не-не-не-не-не-не, какой максимум деф? Нет-нет-нет, мы не идем туда. Глубина. Нужно держать глубину. Ну, в смысле, не слишком глубоко заплывать. Так, биом очень опасен. Ой, а это вообще где? А, вот. Все нормально, нормально. Я тут. Давайте немножко света сделаем вот так вот, да? Чтобы был свет. И погнали вниз, пока меня не это вот не электрошокером не это вот не убили. Так, забираем, открываем чертеж. Репульсионная пушка, круто. Я ее еще не мог делать, но сейчас уже могу. Так, давайте я этот вот так вот включу только фонарик. В регионе обнаружена вулканическая активность, а также несколько необычных электромагнитных сигнатур. Все, соблюдайте осторожность при погружении. Да еще бы, конечно. Бортовой журнал помощника, медпомощника Данби с капсулы 12. Это мы почитаем обязательно. А здесь у нас что? Здесь у нас все, больше ничего нет. Блин, ну плохо. Ну так что давайте мы почитаем вот этот вот, этот вот бортовой журнал, скажем так. Я перепробовал все. Сгорели контуры ситуационного анализа изготовителя. Я едва ли могу произвести даже самые простые материалы. Нужно... Нет, это не то, я читаю. Вот. Сначала давайте мы это дело послушаем. На самом деле, я не доктор. Я знаю, что написано на моем удостоверении, но я никогда им не был. Я обманом сдал экзамены по медицине. Зачем современному доктору знать, как вручную вправлять кости? Ребят, читаем это вот на паузе. Это не совсем важный текст, так что читаем. И слушаем, что говорит на английском. Доктор, скажи так, доктор. I'm bleeding. I've got glowing green pustules growing on my hands. I run a self-scan, and it tells me I got skin irritation. The only thing I studied in medical school was how to lie convincingly. What the hell do I know about how to treat an alien disease? I think I'm actually going to die down here. Так-с. Опасно. Кислород нужно держать в норме. Я знаю, все у нас нормально с оксигеном. Давайте починим. На всякий случай. Уплываем вниз. Я просто хочу еще увидеть, что здесь есть. Здесь 100%. Ну, кстати, яйц... Эй! Что у нас со звуком? А, там яйцо было, да, я взял, да? И хочу вот эти вот штучки взять. Обычный ламповый куст, но он обычный, но он красивый. Ой, а здесь большой ламповый куст, а если я такой возьму, что будет больше? Большой ламповый куст. Образец лампового, образец лампового. Нет, то же самое. А тут у нас яйцо на... Просто яйцо существа. Так, что у нас здесь еще валяется в этом биоме? Эй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Гипноз, ребят, это гипноз. Плыви ближе, он говорит, смотрите, Swim closer. Плыви ближе, ах ты ж засранец. Иди сюда, я могу что-то с тобой сделать? Ух ты ж, какой голос у него, а? Какое рычание. Могу его убить? Ой, стало темно-то. Я с него образцы какие-то взял, нет? Нет, не взял.
Так, это у нас был гипнотизер, или рыба-гипноза, или как она там называется, я не помню, но... Вот такая вот у нас рыбка. Блин, я больше ничего тут не вижу. Здесь больше ничего нет, кроме вулкана, кроме... Так, фонарик. Не-н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 е! Тихо! Тихо, какой клоузер? Иди сюда! Иди сюда! Иди! Твою говно, блин. Все, уходим, 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 уходим. Меня могут так убить. Меня могут так убить, а у меня аптечки нет. Аптечки нет. Так, что ж, капсула 12. Блин, но здесь 100 пудов что-то есть. То есть какие-то чертежи. 100%. У меня мало хп, давайте я сохранюсь. На всякий случай я просто сохранюсь. И так, где у нас? Так, здесь у нас Аврора, да? Если здесь Аврора, значит я поплыву примерно вот туда. Примерно вот сюда. Так, будем знать, что здесь рыб-гипнотизеров очень много. Так, с акулы. Еще яйцо, пусть будет две штуки. Пара, как раз будем размножать их. А я бы, кстати, кого-то бы сейчас съел. О! О! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо, твою ж налево! Откуда же вы появляетесь? Там были растения прикольные. Кстати, а если сажать вот этот вот... Я могу его сажать потом? Кстати, прикинь. Офигеть. Наверное, могу. Круто. Круто, 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 круто. Очень, очень. Иди сюда, я тебя съем. Съем. Готовая рыба. Взять приготовленный бумеранг. А, тебя съесть. Нет, не выкидывать. А съесть. Вот так вот. Отлично. Пополнили запас еды. А, я хочу, там было растение какое-то такое фиолетовое, мне кажется. Вот-вот-вот-вот-вот. Мне вот такое вот растение бы взять. Было бы все неплохо. Я хоть беру его, нет? Разлагающийся образец лампового куста. Мне кажется, я его просто сломал, да? Ну, порвал его и все. Нет, не берется, походу. А если его просканировать? Даже не сканируется. Хорошо. Ребят, у нас... Следующая цель, значит, будет вот сканировать вот эти вот вещи. Вы мне писали, сканируй, сканируй. Ой-ой-ой-ой-ой. Нам это не надо. Нам это сканировать не нужно, потому что это не дает ничего важного для геймплея. Вообще ничего. Это баг, по идее, что у нас открыт люк. Это, по идее, должен быть багом. Короче, здесь ничего хорошего путного я не нашел. Но на паузе, давайте я сейчас на паузе еще немножко погуляю здесь, посмотрим, что тут еще есть. Мало ли, может быть, какие-то чертежи да и найду. Да, как-то так, сохранюсь еще, на всякий случай. И пошел искать. Раковинный кал... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дышать, коралл. Идем дышать. Погнали, 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 17 секунд. Здесь очень быстро уходит время, потому что я поменял костюмчик. На антирадиационный, но надо было ребризер одевать. Но здесь нельзя, нам надо к Авроре, по идее. По-быстренькому надо к Авроре починить раз и навсегда. В Авроре эти двигателя, эти, как его, блин, забыл, как они называются. Но из-за них, из-за того, что там такая вот серьезная поломка, исходит и радиация. Из-за них, атомные какие-то там, атомные реакторы, вот так вот. Так, ищем дальше, что тут есть. Так, что-то она говорит там. Но... Блин, но мне... Не-не, мне пора обратно. Плывем обратно. Наверх. И к мотыльку. Да, смотрите, 0 секунд, 0-0-0. И мы по-любому успеваем. Да, вот так вот. Что ж, здесь нифига нет. Вообще ничего не нашел. Плывем. Плывем отсюда к следующей капсуле. Капсула номер 2. Или вот, может быть, даже мы посмотрим на этот обломок. Но мне нужен свет, мне нужен день. Нужно исследовать этот обломок. Будет нерезонно отсюда уходить. Там тоже чертеж есть. Ух ты, там чертежик. А ну-ка. А ну-ка, 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 ну-ка. Мы открыли. Легкий баллон высокой емкости. Да. Очень смешно. Легкий баллон высокой емкости. Вообще смешно. Прям капец. Так, комната сканирования. Нафига ты мне нужна, блин? Что тут еще валяется? Тут нужно все сканировать. Что с... Тихо. Светодиодный фонарь. А у меня вроде есть, вроде нет. Вроде бы есть.
А, нет, не было. Вот сейчас есть. Сейчас могу сканировать. Отлично. То есть могу строить светодиодный фонарик. Так, ребятки, на этом мы, походу, закончим. Сейчас я только посмотрю, что здесь поблизости есть, что мы можем найти. Стульчик такой мы уже можем делать. Светодиодный фонарь вроде бы даст мне только титан. Ага, только сейчас даже. Нифига себе. А, ну да, там было две штуки. Все правильно. Так-с. Там снизу ничего вроде бы нет. Или же есть. Это для комнаты сканирования. Да. Это нам не надо. Это нам не надо. Ну, вроде бы. Вроде бы надо уже заплывать внутрь. Я обычно всегда так делаю. Сначала смотрим, что есть по кругу. Но поблизости. Поблизости, поблизости. Там ничего. Там ничего. И тут ничего. Хорошо. Да, он пропадает, да. Так, идем дышать и ныряем внутрь. Так, где у нас вход? С какой стороны? С другой стороны, хорошо. Это даже лучше, потому что здесь электрохрен вот такой вот плавает. Здесь, к сожалению, есть радиация. Это печально, печально. Я бы одел другой костюмчик, и кислорода хватило бы на дольше времени. А давайте ради интереса я протестю. И? Да-да-да, радиация, 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 радиация. Есть, есть, есть. Блин, у меня все забито этими. Мозговой коралл, наверное, я выкину. Ну, давайте. Сначала плаваем вот так. Да, дайте мне забыть. Такс, что можно сканировать? Туда можно, но потом мы это сделаем. Потом берем опять же наш глайдер. Смотрим, смотрим и ищем. И нифига не находим. Стазис-винтовка. Да вроде бы я уже как бы, уже могу. Мне кажется, ее делать, да? Да, я ее уже могу делать. Могу крафтить. Открывается, что ли? Ух ты. Но... Толкай, блин! Тихо-тихо-тихо, сейчас я потеряюсь в пространстве. Там мотылек. Отлично, здесь у нас... А, здесь даже выход даже наружу, походу, да? Здесь я ничего не вижу, то есть... Ага, здесь нужен сварочный аппарат. Запечатанная дверь, это мы откроем. Стазис-винтовка, я уже как бы могу ее делать. И смотрим, что у нас тут находится. Что у нас тут находится? Здесь у нас нифига не находится, и мы здесь ничего не найдем. Оуки-доуки. Поднимаемся сюда, заезжаем вот сюда, то есть заплываем вот сюда. И сейчас, походу, сдохнем. Мне кажется, или я как-то по кругу двигаюсь? Нет? Тут такая система, блин. Сначала я вернусь обратно, потому что мне нужно немножко подышать. И потом сюда я заплыву. Такс, 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 такс. Тихо, тихо, тихо. Не потеряться, не потеряться. Вот сюда. Ай, мотылек, где ты? Где ты, говнюк, засранец? Иди сюда. Так, дышим. Друзья, дышим. Дышим, 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 дышим. И после этого зайдем вон туда вот. Давай, давай, дыши, маленький. Дыши. Сейчас, как говорится, со скоростью звука заплываем вот сюда. Нет, не сюда. Что-то перепутал. Со скоростью звука мы заплываем вот сюда, блин. Да где же? Сюда. Сюда. Туда. Блин, офигеть, катакомба, блин. Так, что у нас в этой комнате есть? Что мы видим? Грядка, которую я уже сканировал. Там у нас... Ну, нифига не сканируется. Если бы это было бы сканируемое, то была бы надпись. Что, прям ничего здесь нельзя? Зачем вот тогда заплывать вот в эту вот комнатку, а? Зачем? Разрабы! Какого хрена? Что вы тут таите? Что вы тут спрятали? А нифига не спрятали. Друзья, короче, на этом мы заканчиваем. Если вам все понравилось, ставьте пальчики вверх. Если вы хотите продолжение по Subnautica, ставьте также пальцы вверх. Ну а с вами я прощаюсь. С вами был Кентавр. Это была игра Subnautica, ребятки. Ну и как говорится, всем удачи и всем пока.
пока. А я отсюда уплываю к хренам собачьим, потому что здесь нифига нет. Если я что-то пропустил, пишите об этом в комменты. Все. На этом. Как говорится, на этом все. Ну, как я быстро все сейчас нашел-то, а? Да. Диакса, на этом, как говорится, все. Да, здесь ничего нет, к сожалению. К великому сожалению. Да? Ну, днем можно еще погулять. Так что я тут еще погуляю.